Всем привет, ребята! С вами снова Нубик Чобик. Со мной сегодня Фаербарс. Привет! И сегодня мы поиграем в такую мини-игру, как Custom Steve House. Играем мы на сервере Crystalix. Мы особо не знаем, что тут надо делать, но я перед записью почитал немножечко про всякие правила и классы. Так, я заблокирую. Я вот его Наваху какую-то. Я уже забыл, что она делает. Блин, Громозмера заблокали. Нет. Не, ну может он еще не забанится, там же не со 100% шансом. Блин, вот он все-таки забанился. заблокировали. Лекарь у меня есть. У меня есть алхимик и лекарь. Я возьму алхимика. Я возьму паладина. А я возьму алхимика, то есть я тебя буду. Кстати, я, по идее, и так с тобой сочетаю. Могу взять ассасина. Я могу ассасина взять. Не, возьми лекаря. Фу, блин, паладина. Да, все. Фига, у меня 4 сердечка топом. Да, у меня наоборот минус. Я, короче, лекарь бы очень хорошо тоже с собой сочетался, потому что он бы тебя хилил, а ты и так хорошо хилишься. Значит, мне нужны взрывные или генерашки. А я тебя буду прикрывать. Зомбачки. Да. Ня. Ай-я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 й, вычки. Ой. На. Книжка! Ой, есть. На что там? Книга урона. Ну, по идее, тебе надо. Я буду стараться брать зельки тогда. Ваш урон увеличен. Алмазный меч на небесную пару! Алмазные ботинки на шипы. Ни одной зельки нету. Блин. Какие-то токсичные паучары. Это которые в пещере, что ли, или что? Это просто токсики. Ой, блин, а это что такое? Я таких не знаю. Они что после себя... Они оставляют что-то после себя. Чего это? Ай. Я почти умер. Травуны, блин. Я чуть не сдох. Больно. У нас у меня есть... трава. Травили. У нас там какая-то жесткая тима, там головорез. Блин, но я все же вот это возьму. Я лук взял на бесконечно. У меня сейчас знаешь что? У меня имба. У меня получается класс, я читал. У меня все зельки на уровень сильнее, чем есть. И тут вторая зелька силы. Плюс 6 урона. А раз и получается то, что у меня будет как третья она работать. Я буду вообще рукой выносить сильнее алмазного меча. Круто. А если мне еще когда у меня алмазный меч на 8 урона? Ну, ты тогда вообще будешь это выносить все. У нас там какая-то жесткая тима, там вампир и головорез. Еще и охотник на драконов, какой-то жабка. Ладно, я лук прокачаю. Всё. Так, а это я что? Сделать ставку. Ой, зелька силы. Это как казино. Выиграешь или проиграешь? Но я на первых поставлю. Потому что там у одного из вторых нету даже оружия. Я тоже на первых поставил. Свинозомба. Это они, блин, моё золото тырили. На! Чё урона мало? Фига я им наношу, ля! С одной тычки. Круто. Вот у них ой, маха. Это чё фига такое? Это чё за фигня? Чё за шаманский? А это чё такое? Ладно, что мы выиграли. В ставках. Ага. Чешуйки. Блин, ладно, я возьму шапку. Ой, блин, а мы драться сейчас будем. Ничего, разнесем сейчас их как нефиг. У тебя лук есть? Да. Там у одного есть лук, а у второго только зелька. Но не, на урон нет. Ничего нет. У меня меч на 9,5 урона. Я сейчас выпью зельку, у меня еще есть замедление. Я их замедлю. И мы с тобой... это, да. Сколько у меня время? Блин, оно мало все времени-то. У него лук.
Ой, ай, а, не ай. Попал. Я к ним бегу уже, ай. Ау, фига себе, быстро. Он меня вынес. Я сейчас... Давай, в смысле, откуда у второго лук? Нубик, ты его почти убил. В смысле? Нет. Как я умер? Я тоже не понял. У меня были полные жизни. Не, ну он меня, прикинь, он меня вынес пучек. Капец. Откуда у второго лук? Там был только у одного. Они что-то подкрутили по любасу. Совсем офигели. Я прокачала алмазные ботиночки свои. А у меня нету алмазных шмоток. Вот пожалел. Мини-зомбики. Блин, я в тебя зелькой попал. Это, не той. А меня не замедлило. А, ну хорошо тогда. Правда, оно в них тоже не попало. Я по нему не могу, он миленький. А, блин, еще один. Ой, я ставку выиграл. Красава. И я. Блин, ну что за говно шматье? Алмазные эти штанишки. Да блин, у меня вообще колхоз какой-то. Почему тут написано какие-то поножи? Поножи? Да. Возьми и положи. Ну ладно. Так, а чё на кого? Я на вот этих. Не знаю почему, но я чувствую. Так. Кто тут у нас? А, я-то... На! Всё, они теперь медленные очень. Да не... О, книжечка. Книга на чё? На регенерацию. О, ещё книга. На чё? От апгрейда. Это чё такое? Фиг знает, что пользуемся обоими. Или ну, пользуйся. Писать? Да пользуйся. Я же, я же чисто тебя должен это усилять и все такое. Ой, так а тут очевидно. А, у меня был бесплатный апгрейд. Что такое апгрейд? Ну, то есть прокачался. Я шмоточку прокачал себе. А-а-а. У меня теперь пусть наносит 10 урона. Эй! Я сделал ставочку. А я не успею. Ставь на вторых. У них их больше. Оставил, я успел. Ура! Пещерные пауки. Ой, а вот это уже мы знаем таких. Все, они теперь тоже медленные очень. Вот не втыкали. Вот. Ай. Траванули. Ой, нифига себе, он кого-то убил. Прикинь, ну, чего? Бахнул. Как так? В смысле? Он один убил обоих. Он явно тоже что-то подкрутил. Он какой-то жесткий. Я не хочу с ним сталкиваться. У нас каких-то... У нас тут какие-то... О, блин, белые челики. Опять алмазный меч на то же самое за чары. О, у меня есть... Ой, битва беленьких. Так, котики твой. И мышки. Великое столкновение. Ой, реально. Я на мышек. А у меня, кстати, для тебя есть фигня. Я могу регенерацию нам очень жесткую дать. Я на обоим. Да, о, круто. Это как? Это откуда у него такой меч? А это там у меня тоже такая фигня есть. Я ее покупали. Давай, беги в атаку. Ай, да не на надо меня вы. Вот этих надо сначала вычеркнуть. А, точно. Ай, я их я спасаю. Все. Фух. Махач. Так, я, наверное, вот так. Мышки побеждают вроде или нет? Или да? Да блин. Нет. Я на котиков ставил. А я на мышек. И я проиграл. Эх. Ну ничего. Еще выиграешь. Ну, блин. Так, я поставлю на хамелеончиков. Я тоже.
А что это за вампиреныш? Что это? Это не мои жители. Куда дели жителей? Это так. Вообще какие-то чучундры. Огненная западня. Нет, да. Не, я знаю, кто это. Ой-ой. Это всполохи. Ай-яй-яй. Всполохи. 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 Это фиг не знает. Чучундры, которые огнем... Как фиг не знает. Кто этих огнеметчиков разберет? Да. Ой, а мы там опять. Смотри, у меня тоже есть вот такая вот фитнюшка. Вот, ты где? Это... Вот, смотри. О! Это скинчики такие. Так, что у них есть? Короче, у одного тупо штанишки и вот что-то там, какая-то дубинка. А второй бронированный, он опасен. Надо будет их выстрелить. Короче, сука. Смотри, давай мы вместе на них побежим. Я выплю зейку, в тебя кину регенерацию, а на них замедление. Давай, обстреливай их. Им самим придется прийти к нам. Идет один. Вижу. Уйди! Лава! Одного убил. Давай, аккуратно. Давай. Батл, 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 батл. Давай, давай, ты давай, сможешь. Давай, ура! Капец, у меня так много золота. У меня тоже. Блин, у меня на какие-то шипы не хватило. Я какой-то шарт купил. Что это? Я лук прокачал. У меня теперь это по времени все зельки дольше в два раза будут. Я купил какую-то фигню. О, я все деньги на улучшение потратил. О, сейчас еще какой-то шип, какие-то эти куплю. Как их там? Вот, шипы. Я поставлю на муравейчиков. Вы блокируете 25% урона и возвращаете 50 урона врагу. Фига себе. Тоже классно. Так, а вот это я что сейчас ставочку? Ой, а тут какой-то бронированный, я на него поставлю. Мне не дают... Броня. Разбойники! Давай, вперед! Ай, а почему на меня? Не знаю, я пошел разберусь с этими. Ай. Я. Не-не-не, я сейчас их сам убью. Сзади своих убивай. Да ай. Уйди ты, пердины. Да на тебе зелькой. Я их уже начну. Я вынес вреден. Я вынес вреден. Че они вредные? Не горит. Ого, блин. Какие тут дети. Кто же победит? Не знаю. Давай! Убей давай эту жабку. Ты, походу, я сейчас проиграю. Вали жабку! Нет! Нет! Жабка побеждает. Как так? Почему она так лечится жестко? Не знаю, она вон себе полное уже восстановила. Давай! Что за непонятно? В смысле? 50 рублей прокакал. Офигеть. Ну блин. О! Ой, ну тут точно жабка победит. А мне не надо, а мне нечем ставить. У меня отравление есть. Я теперь в алмазных штанишках. Круто. Давай ты, короче, вперед будешь бежать, потому что ты бронированный. Да не сказал бы, у меня футболка, это не футболка, а решетка. Но я тебя еще и это... А, ничегочкой... Ты меня на тебе это, на тебе... Да послушай, на тебе все абсолютно регенерация, это, сильнее работает. Я не помню насколько, но на тебе она сильнее почти, очень сильно. На 30%. Да. Поэтому моя зелька регенерации, она, во-первых, усиляется еще на один. Получается, она не 3, не 2, а 3 дает уровень. А, и плюс ты еще под еще более жесткий регенер. И ты, получается, вообще должен будешь очень жестко разносить. Да я и так стараюсь, как могу. Так. Надо денег, дайте денег. Денег надо. Спасибо.
Я деньги на ней. Капец, тут какие-то крутые эти посохи у них. Тут все такие, блин, блатные ходят. Вообще. Кстати, самое блатное. Я на хамелеончиков поставил. А мне? А я? Я тоже. 50-ку оставлю. У меня больше просто нету. Какой-то полуалмазник есть. Микс! О, черт! Это что? Ой! Ой! Тупе! Абсолютно! Ай-яй-яй-яй-яй! Не умирай! Я не умру, я хилюсь сильно. А, отлично. Сзади, сзади. А вот так могу сдохнуть, но я стараюсь не сдохнуть. Я убиваю их всех. Красава, я тут танчил. Круто. Я благодаря зелькам и моему топорику классному очень много урона. Ага. Смотри, там уже команды поумирали. Целая куча. Тут осталось уже. Да. А я опять забыл использовать свои шипы. А ты купил шипы? А у меня денег нету. А шарт? Тоже нету вообще. Блин, да как так? Мы же победили, когда в этом, в битве, а там куча денег. Я так прокатку своей броников влил. А я купил вот себе шарты и шипы. У меня меч на 11 урона. Ничего, а у меня на 10. И у меня еще бичлин. У меня какой-то алмазный меч на... Вообще, у меня небесная кара, бичлин столовый, их отдача и заговор огня сразу. Я тебе могу что-нибудь отдать? Ты можешь, по-моему, я не знаю. Там, по-моему, какой-то предмет был, чтобы это передавать, я читал. Знаешь что, я тебе могу зелье этого, зелье вреда взрывное отдать. Вот тут, где оно? Вот, магический шумочек, там можно это передать. Сумочка. Предмет. О, книжка. Какие тут твари. Ой, я тоже такое могу. Она у меня сильная. Автомат! Ой, книга какая-то, регенерация. Повезло, да творите вы от меня, крестьяры. Давай я тебе буду регенерации жизни передавать, а ты мне урон. Ты где? Ага. Давай, постой. Так. А у меня таких две. Каких? Вот, ты мне сейчас одну дал, у меня такая уже была. Ну, все равно возьми. Ты же типа очень быстро хилишься, и ты должен, получается, впереди всех событий, а я сзади где-то подпинывать, подхиливать. Ага. Так. О, прикинь, их уже по одному осталось. Тут один прям бронированный, у него такой же меч, как у меня. А, и у второго тоже. Да, вообще, тут целая куча зачарований. Посмотри, какой у него, и у меня точно так же. Ладно, я поставлю соточку на призрака. А я на мопсов, потому что я люблю пёселей. А я призраков не люблю, но все равно поставлю на него. Я. Так, я могу купить. У меня тысяч... Ай, блин, не успел. Знаете, хилочку. А, блин, я тебе не хилку кинул, я тебе я все промазал. Я тоже промазал, ничего страшного. Я всеми зельками промахнулся, у меня что-то перевернулось. Вот так вот. Ой, у них тут прям махач. Ой, нифига себе, это что опять за поле вот такое? Не знаю, надеюсь, мы тут драться не будем. Я тоже. Блин, а мой мопсик проигрывает. Мопсик! Давай, призрак! Нет. О, алмазная касочка или алмазные ботиночки, что взять? У тебя чего нету? Погоди, у меня тебя... что есть? Так, да, возьми ботинки, да. Вот смотри, вот здесь можно все. Ой, мы деремся, там можно мусорка, если что. Ага. Так, надо ботиночки есть... сразу подкинуть. Блин, мы против той самой жабки. У них 2000, ай, все больше. У них нет у одного меча, только люк.
Ай! Ай! Пипушилы! Да, да хватит меня стрелять! Ай, да в смысле? Да как так-то они попадают? Ай, ай, сзади! Да. Котяра! И второй идет! Они мощные! Не бей в шипы только! Не бей в шипы, если чё. Ай. Ты чё в лаву-то? Куда ты? Ау. Они меня толкают сюда. Блин. Ну я так старался. Я не понимаю, как они меня так быстро убивают. Так, шард есть. Шипы могу купить. А нет, не могу шипы купить. У тебя чё за шард? Я вообще... Это типа, наверное, усиляет тебя, шартрас. Не, посмотри, что он там дает, там написано. Я просто когда читал, там было шарт, я не понимал, что это такое, но я думал, это какая-то суперсила. При использовании вы восстановите себе 12 здоровья и нанесете такой же урон всем врагам в радиусе 3 блоков. Перезарядка 40 секунд. О, клево. Я прыжок куплю, чтобы их валить. А что за прыжок? Типа, помнишь, как тот челик нам быстро переместился? Это, наверное, такая же штука. А-а-а. Я стакану к ним. О. Я поставлю на хамелеона. Капец. Я тоже, у них тут это... У них у обоих зельки силы. Правда, у моего меча 12,5 урона. Блин, у нас такие опасные противники. Какой-то леший, охотник на драконов. Два даже охотника на драконов. Но мы должны всех победить. Да, мы, кстати, уже, это, 4 команды только осталось. Так, сейчас я в тебя все кину, постой. Ловите. Ай. Не сива. Ой-ой. Вау. Они мощные. Да, они больно бьют. Ай, я не выжимал меня. Блин, а вы что не сдыхаете-то? Я помогаю. Блин, жаль, нет взрывной силы. Если бы была взрывная сила, я бы тебя мог кидать, и было бы все офигительно. Ты бы вообще разносил. Блин, что бы взять? У меня фигня одна какая-то. Мы опять деремся, надоели уже. Я, наверное, оставлю, не буду ничего брать. Да капец, у них там сила у обоих, они какие-то жесткие луки и все такое. Слабости. Я взял зелье слабости. Не говори только пожи со мной. Надо стараться как-то говорить раздельно. Так, начинаем. Давай. Бой! Не попал. Мы с Патуком ПВПшимся. Ай! Я вижу! Я перескочил к лучнику! На что лучше, мне страшно! Ай, Чарыч, я помогаю тебе! Не бей в шипы, не бей в шипы! Блин! Не бей, когда фиолетовая фигня! Ты тогда себе больше урон наносишь, чем ему. Черт, надо самому шипы купить. Да, не бей, когда фиолетовая фигня. Понял. Так... У них были чешуйки. Почему чешуйки? Это же таракашки такие. Почему их чешуйками называют? У них вроде чешуи нет. А таракашки они прям очень похожи. Ой. Я теперь могу купить шипы. Все, теперь я мощь. У нас опять эти палочки, всполохи. Сполохи. 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 Ну ладно. Но все равно они сполохи. Сполохи. А ё-моё. На. Шипы. Вперед. Давайте, долбите меня. Тебе. Ай-яй, больно. У меня шипы хорошие. Только аккуратнее, они очень больно бьются. Вылетают. Одного вынес. Нате.
Кстати, у меня же вот что есть. Держите! Держите! Ня! Ня! Ай! 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 Ай, типа, ну бойся, не умирай! Бей их! Я побегаю. Бью, бью, бью! Они, я очень быстро регенюсь. Это круто. Еще. Ой. Ай, блин, там они стреляют. Они летают и стреляют. Все, победили. Убил. Есть. Господи, какие же они жесткие. Капец, у тебя так... Блин, я не могу. Ладно, исцеление возьму. Блин, опять какие-то сильные, опять у них всех луки есть. Ненавижу, когда у них луки. Ага, и там мы против котиков деремся. Ужас. Ты против своих братьев? Ага. Они какие-то странные, у них они белые. Ой-ой. Ну тут надо сразу вырываться. Давай, вперед. Я врываюсь! Ай! Я вас там задамажу всех! На тебе зельку! И вот эту зельку! Вот что ты юзанул! Блин, выйти бы из этой ловушки! Ай да блин, они лечатся! Ничего не вылечится! Я вас продамажу, черти! Ай! Нет! Есть! Ай. Давай второго! Да ты почему сможешь? Тебя скачили? Давай! Ерюга, ты проклятая! Только если шипы он изнёт, не исп... Ну, нет, давай, давай ничего! Давай. Ага! Давай! Кована! Ой, куда-то мимо ты! Ай, ничего! Давай! Бывает без него, ну я! Ты сможешь, я верю в тебя! Это будет великая битва! Давай! Стреляй в него тоже, если что. Ай, блин, шипы! Давай! Есть! Да! Нет! Ты его шипами затащил! Это была жесткая битва. Сейчас Барсик откинется. Сложно? Да! Я думал, я помру. Капец. На вот этих поставлю. Да, не, ну ты вообще могу... какой-то неубиваемый просто. Я не знаю, как тебя побеждать. Я могу шарт купить. Так. Стой. Эть. Ау. Так, зелька. Ау, не дамаг от меня, больно. Ой, беги, беги, беги. Бежать. Бегу. Шипики. Давай, вы ж себе же аккуратно. А я держу. Вот вам зелька еще. О, вот вам хорошо. Плавает. Куда вас? А на них отравление почему-то не работает. Они, походу, это сами ядовитые, на них нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А сколько у тебя полосок жизни? У меня раз, два, три. Три с половиной. А у меня ровно три. Ой. Когда там уже все они помрут? Чё они вообще не помирают? И мы тоже. Мы будем держаться бесконечно. Я не хочу, у меня это... Мне надо кустики пересаживать. Ага. О, куда куда-то. Давайте. Да давайте. Ну убейте вы эту, ну, уже эту жабу. Одну и... жабу завалить могут. Меня бесит ее довольная рожа. Меня тоже. Почему она такая быстрая вообще? О, они ее зажали? Да, да, давайте. Давай, она шипы давай, этого сделала. Давайте. Да, да как так-то? Фух. Алмазная касочка. У меня супер отравление, я взял его. Я шарт возьму. Какая-то сейчас жесткая битва прям будет. Я на них поставлю.
Все в касочку и в ботиночки. У меня уже каска с ботиночками на максимум. А я их меняю, как перчатки, эти каски с ботинками. Блин, я в этой вот кольчужной фигне дырявой и не похож на какую-то бабушку. Ты, по-моему, юзнул то, что оно моментально делает. Ай, перчатки. А что так больно ударило-то мне? Всё, теперь вам капс. Они от меня умирают. Держусь. Котярыч. Спасаю. Они очень больно. А я тупо все эффекты на себя юзанул. Ты вначале, по-моему, использовал то, что оно это... То, что надо, когда у тебя мало жизни. Да, я тупанул. Зато мы их затащили. У меня скоро будет полные 4 полоски. Круто. У меня только 4-я идет уже. Надеюсь, эту... сердечко. Надеюсь, эту жабу победят. Я тоже. А то он уже надоел. Когда он уже умрет там? Какой-то вообще неубиваемый. Это вообще. Это охотник на драконов какой-то. На! А зачем ты опять? Я на тебя юзанул. Так оно же это... оно, его надо, когда уже мало же. Ловите, черти. Ловите, черти. Одних, кстати, можно легко уворачиваться. Понял, шипы. Они очень сильно меня дамажат, а я теперь буду дамажить вдвойне. Давай, есть. Одного убил. Ай-я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 й. Умри, умри, умри. Капец, я на них такую мощную зельку потратила, они вообще не умирают. Я с ними всеми разделаюсь, они меня вообще не сносят. Капец, ты какой-то неубиваемый. Чё, все? Да. Ну, всех убили. Ура. О! Да блин, жаба опять это выигрывает. Жаба. Она не умирает. Читерная жаба. Долбаная жаба. Его братан сливается как это, а он, блин, нет, вообще не знает. Давай, это будет... убей ты хотя бы одного, чувак. Ого! Чё? Я что-то пропустил. Что за огненная такая это? Я тоже такую хочу. Это по-моему, они... А там же охотник на драконов у них. А, у них это жабка вот. Она дышит. Да убей ты ее! Он ее не завалит. Мы ее тоже не завалим. Она какая-то сильная. А он взял и отхилил себе полной жизни. Да копи... Какой босс? Алмазный меч на все зачары. Либо там... же... Да, я возьму на все зачары. Там босс. Босс? Да. Короче, сейчас смотри, давай ты отвлекаешь его тогда, а я буду его бить. Так как ты у нас ага. живучий. Я себе... У меня теперь есть алмазный меч на все зачары. Круто. Так, я выпиваю зельку. Давай. Я на тебя тоже буду, держи. Да это надо давай. Потом. Давай, ого! Да ты беги меня ты! Брохнул. Ты должен был убегать! Меня... Всё, держу, держу их. Просто убегай. Ладно. А! Он меня теперь бьет. Ладно, ты бей моего, я твоего буду бить. А! Меня убили. Ай, я ему бить пофигели! Шипы! Чёрт. Бей их! Бей их! Ю! Нет, мы должны выжить! Босса убить! Да ты зачем шипы использовал? Они же это... Давай, прыгай еще, прыгай, прыжками бей. Ой. Ай. Да прыжка. Да моего бей, моего бей. Я твоего, а ты моего. Ага, я твоего сейчас добью. Ай. Давай. Да беги, беги. Да я знаю, что бежать надо. К моему сзади подойди. Ай. Он на меня теперь одного... тоже. Окей, я теперь этого тоже буду долбить. Там книжка какая-то, я возьму. Давай. Кто? Хы? Не. Если что, готовься быстро убегать. Блин, они сейчас... Они уже быстрее становятся. Убивай его ничего, быстрее. Сейчас
Завалю! Ай! Нет! Ты все? Да, я закончился. Да, я победил его! Я победил! Ну, бедка! Блин, я. Ой. Ты без меня не справишься, наверное. Капец, он такой сильный был. Мы так далеко добрались. Ну, почти победили вообще. Да капец, а как они так прошли его? У них какие-то, походу, жесткие классы очень. Да они, в принципе, по-моему, жесткие. Я не знаю, как так. Там еще один чувак, у него вообще одна жизнь осталась. Я за тобой буду следить. Давай. Ну, бегай! Не сдается, ай! Беги! Я шипы! Да блин, эх, это нереально. Ты без меня, наверное, уже не справишься. Не знаю. Наверное. Потому что у меня очень быстро убивают. Ага. Блин, ну мы так далеко добрались. Мы прошли хотя бы первого босса. Ага. Ну как мы? Ты прошел. Ну я бы без тебя-то вообще не прошел. Ну да. Ты нанес... я пошел с тобой ради тебя. Да. Ты нанес вообще очень много урона. Я бы сказала, даже больше, чем я, по-моему. Ну и по-моему, я грёб её больше, чем ты. Ну, к сожалению. Я возьму вот моментальный урон еще. Я прям напичкан зельками. У меня за всю жизнь столько зелек не было, сколько сейчас есть. Капец. Ладно, сейчас я вот прокачаю вот свой топорик. Сейчас будут маленькие зомби, блин. У меня замедление есть. Я за тобой слежу. Так, по-моему, можно сделать... Ладно, вот так сделаем всё-таки. На-те! Я их выкашивал быстрее. Ну да. Но я стараюсь все равно. Да капец, они вообще не умирают. Да, мы все подписчики тебя верят. Давайте, умирайте уже быстрее, задолбали. Они сейчас усилятся. Блин, а! Похоже, это будет очень долго. У них вообще хп не отнимается. Блин, а... Они начинают отражать урон. Нет, они скоро начнут отражать урон. Ай! Ага. Офигеть, у них урона. Они становятся быстрыми. Ай! Давай. Я бы шар там тебе помог, но мне нет больше. Ой-ой-ой. Они начинают бегать уже как обычные. У меня сейчас сила кончится. У тебя они сейчас будут отражать урон. Ой-ой. Ну блин, это нереально. Без меня, да. Они вообще не... Блин. Ну ты держался достойно. Я дрался как мог, и мы заняли 4-е место. Мы молодцы. Да, круто. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Заходите в наш Discord-сервер. Пишите комментарии, продвигайте это видео в топ, отправляйте своим друзьям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и всем пока-пока! Пока-пока! Эй, нубика, пособи, нубика. На душе стало хмуро. В
нами ниоткуда. Где герой, чтоб встать между нами и спасти нас от...